Всем привет, дорогие друзья! С вами опять Дмитрий Тихонов, и в гостях у нас сегодня опять Денис Беляев. Здравствуйте! Сегодня я хотел бы вообще затронуть такую тему — интуиция, потому что мне кажется, что Денису есть что об этом рассказать. У меня интуиция как работает? Я ее как проверяю? Я прихожу в какой-нибудь супермаркет, встаю в кассу, которая думает, что она быстрее. Я всегда застреваю. Все уже там по 20 раз прошли, а я в этой кассе застреваю. Не работает. Вообще как не работает. А работает она, когда я отключаю мозг. Правильно. Правильно. Расскажи мне. Нам всем. Да. Если бы знать, что это такое, то были бы курсы по интуиции. Значит, есть. Мне кажется, для того, чтобы вести курсы, поэтому это еще, ну, это не настолько изученная тема. Идея такая: если бы на изучение способности человека было потрачено бы столько же времени, сил и мозгов, и денег, сколько потратили на изучение, допустим, расщепляющихся ядер, то мы давно бы этим оперировали уже как умением ездить на велосипеде. Мы на своих занятиях, про которые, наверное... Цигун. Да, про которые мы уже и снимали ролики, и, наверное, вам известно, что, значит, официальное название — цигун, но это только для того, чтобы долго не объяснять, что мы делаем. На самом деле мы как раз исследуем способности человека, которые абсолютно не являются чем-то сверхъестественным, но каждый с ними сталкивался. Всегда у любого человека были такие случаи, когда, ну вот я же знал, что не надо. Но все равно происходило что-то такое, что человек не прислушивался к своим ощущениям. Получается так, что это какие-то очень слаботочные, очень такие маленькие колебания, указания приборов, которыми пренебрегают. А потом оказывается, что стрелка колебалась не зря. Я вот хочу рассказать о случае, который произошел у меня 4 дня назад. Давай. Как сработала интуиция, вот по-настоящему, не в качестве кубки лотерейного билетика, который у меня вообще все провально, и не в качестве вставания в очередь в супермаркете. Так. Я собирался на работу, и мне жутко не хотелось идти. Решение принял не идти. И в то же время вроде как и устал все-таки собираться. И тут у меня так получается, что я захожу в кладовку, говорю супруге: сейчас я пойду на работу. Вот так поднимаюсь, стукаюсь об лестницу головой, такую алюминиевую, с диким треском. Вот такой, она вся на всю квартиру, там вот этот треск лестницы, больно. И это все происходит на словам: иду на работу. Так. Это такой знак, я не пошел, и потом случилось череда событий. Если что, если бы я пошел на работу, было бы... Все было бы не так хорошо, как могло бы, как случилось, да? Все могло бы быть очень плохо. Очень плохо. И в итоге вот этот вот промежуток времени, что мне надо было бы вернуться с работы час-два, он мог очень... Мог бы все поменять, да, да. Да, вот буквально. И вот это вот когда на 100% сработало. Да. У меня есть один профессор знакомый, которого четыре раза въезжали на машине, не сильно травматично, но... стукались в одно и то же место машины 4 раза. А он не глупый человек, он говорит: значит, как-то мне стучат. Достучаться хотят, достучаться не могут. Или я не понимаю. И таких примеров и случаев огромное количество. Значит, тебе хватило ума послушать, что с тобой разговаривает вселенная. Со второго раза. Первый раз мне жутко не хотелось, но я стал собираться. Да. И второй раз удар по голове одновременно со словами: я иду на работу. Значит, первое. И тут мне как вот все отрезало, я перестал собираться. Да, да. Значит, у тебя хватило ума. Это говорит о том, что ты... У меня есть возможность не ходить на работу. Да, это раз. И это редкий случай, но у каждого есть возможность не ходить в то место, где плитой панели ВОЗа вас накроет. Но, очень часто так, мы пренебрегаем теми ощущениями, которые возникают у нас. По исследованию огромного количества несчастных случаев можно понять, что это череда случайностей, череда предупреждений, череда каких-то предощущений. Каждый человек, кто вспоминает, что он, допустим, оказался в том месте, где лучше бы не оказываться, задним умом вспоминает, что ведь было же, вот ударился головой, потом позвонили, сказали, что не надо, потом и так далее. Еще вот на рейсы, которые не очень... Которые, да, говорят, по статистике... Статистики больше опаздывающих. Да, больше на какой-то процент. Да, что-то там случается. Это, конечно, надо проверить, но я слышал про такое. Я тоже слышал. Да.
значит, сдавших билеты, опоздавших больше, чем на те, которые обычно. То есть на какой-то микроскопический процент. Да, это, но вы это не заметите. Это, да, да, да. Это, но... это не сложно заметить, когда вы стоите в очереди где-то там в аэропорт. Значит, для того, чтобы понять, что такое интуиция, и попробовать в себе ее хотя бы чуть-чуть развить, нужно понимать одну простую вещь. Все люди, я в том числе и Дмитрий, и все остальные нас смотрящие, едут спиной вперед. Мы видим, мы смотрим в заднее стекло автобуса. Это мы видим то, что уже произошло. Все, что у тебя доходит до сознания, до понимания того, что это то, что уже случилось. Вот сейчас я это сказал, это мы это с тобой видим, понимаем, это уже произошло. Предугадать или увидеть, что будет через 3 минуты, мы с тобой не можем. И это не значит, что нужно в себе развивать умение видеть будущее. Нет, это не умение видеть, это слушать свои чувства. Вот. А оказывается, можно попробовать повернуть взгляд из освещения проехавшего уже пути в путь, к которому ты приближаешься. Мне кажется, вообще вот судьба, она не четко идет. Может быть, конец и начало. Мне кажется, ты перескакиваешь чуть дальше. Почему? Потому что мы пока говорим сейчас о механизме пока движения. То есть ты говоришь уже о конечной станции. Вот мы, да. Но вот эти вот между конечными станциями, вот варианты многогранные. Да, понятное дело, что разными дорогами мы все окажемся в одном большом космическом путешествии. Но искусство красоты движения, во-первых, зависит от того, от умения действительно иногда отключать голову, действительно от умения смотреть не только под ноги, искать грибы не только во мху, но и по верхушкам деревьев, потому что оказывается, через какое-то время ты начинаешь понимать, что если, допустим, света попадает достаточно, там и грибы. Все начинается с того, ты начинаешь понимать, что самый чувствительный прибор для твоей собственной жизни – это ты сам. Вообще, вот я хочу сказать, что я посещаю занятия цигун у Клавдии Семеновны. Ей 86 лет, она 40 лет занимается цигуном. Угу. Она говорила, что чтобы заработала, ну, не интуиция, а внутреннее ощущение гармонии со Вселенной, чтобы у тебя все было хорошо, тебе надо отключать голову. Уметь отключать голову, да. И уметь ее включать, когда надо. Даже не надо, у тебя будет работать сердце. Если душа сердце, значит, в принципе, у тебя ты можешь избегать каких-то не очень приятных событий, и у тебя их не будет, потому что без последствий. Он не будет, как, помнишь, этот фильм-то известный, «Пункт назначения»? Не смотрел. Неважно. И там, когда там человеку там суждено бревном по голове, бревно его настигнет. Но голливудские шалости. Но на самом деле, если бревно не настигло, ты можешь это все сгладить по судьбе, правильной жизнью, меняя себя. Значит, все легко на словах. Меняя себя, правильная жизнь, благопринимаю. Там все очень красиво, легко на словах. На деле попробуйте научиться прислушиваться к собственным ощущениям. Это тяжелый труд, мне кажется. Это не просто тяжелый труд, это для некоторых вообще невозможно. Мы выросли с детства, слушая, что встал, что стоишь, что сидишь. Иди причешись. Иди сделай что-то, что завис. Ну и так далее. Чего не спишь, чего не просыпаешься. А почему не делаешь так? А почему так делаешь, а не так? И у человека появляется состояние, когда только он впал в какое-то раздумье, его тут же оттуда вырывают. Со взрослыми вообще беда. И в школе, кстати, начинается с детства. Почему-то родители и взрослые думают, что это самое опасное состояние, когда матрос вместо того, чтобы драить швабру, смотрит на горизонт. На самом деле загоризонтное зрение, то есть видение того, далеко ли там земля или нет, это говорят, что раньше было обычное умение моряков. И, конечно, сейчас это кажется сказкой. Знаю людей, которые без ущерба для своих занятий, обычных в жизни, да, там, не знаю, работая курьером, там, таксистом, крановщиком, не умеют выпадать из состояния. Я представляю, крановщик выполнился. Да. Плита такая. Плита висит. Знаешь, там все кричат, все ждут, давай, раствор, и опускай. Да. Умение, которое мы тренируем на занятиях, называется так. Это путешествие по состояниям души. И вот представьте, значит, подвыпивший фрезеровщик идет домой после 3 кружек пива. Понятно, что у него там свой пьяный бог. Понятно, что его, вполне возможно, не собьют трамваем.
но он ни хрена не чувствует, кроме желания поскорее бухнуться, перед этим потом посмотрев чуть-чуть телевизор. И наоборот. Это хорошо для фрезеровщика, потому что если вы такой весь чувственный, возвышенный, такой ощущаете колебания стрелок внутренней души, то из вас хреновый фрезеровщик будет. Вас выгонят с работы. Потому что там как раз надо ругаться матом и ходить в замасленной одежде. Знаете, вот для интуиции не всегда плохо и три кружки пива, потому что я знаю, это реальная история, я не буду говорить, на каком самолете, когда там все пассажиры погибли, но пара, которая бухала три дня, угу. Она просто проспала по пьяни этот рейс. Счастливое совпадение. С интуицией, мне кажется, никак не связано. Значит, интуицию можно считать работающей тогда, когда человек говорит словами, я же говорил, этого не передать. Когда вот он говорит, слушайте, нельзя разрешать необразованным дикарям мешать развитию европейской культуры. Все говорят, а с чего ты взял? Какая-то фигня, надо же быть толерантным. Через несколько лет все говорят, блин, ну действительно, ведь надо было смотреть, что происходит. С событиями в жизни можно зачесть, что это сработала интуиция, когда ты понимаешь, что, вот как ты рассказывал, да, что пошел бы на работу, все было бы не так. Это не что-то мистическое, это не что-то запредельное, это реально работающий механизм. И вот самое интересное, что вместо того, чтобы преклоняться этому и считать это за чудо, и считать это, как недавно ко мне ходил один человек на занятия, и он ходил очень внимательно. Вот он такой, как будто что-то хотел для себя выяснить. В конце концов, он меня так немножко даже вызвал на доверительный разговор о том, слушай, там Денис говорит, помоги мне разобраться там с вопросом, я чувствую, что ты можешь это сделать. Я ему говорю, что да, вопрос твой интересный, не могу выдавать, как бы моя тайна, не могу выдавать, вопрос интересный, но это все потому-то и потому-то. И сделать можно то-то и то-то. Он говорит, как? А это разве не мистика в моей жизни, там, или не волшебство какое-то, или не что-то запредельное? Самое большое разочарование, которое, мне кажется, человек в жизни услышал, когда ему сказал, что мистики нету. Есть просто неизученные явления, и все. Нет чудес, нету сверхъестественных вещей. Есть просто то, что недоисследовано. Да. Потому что для Пятницы, это друг этого Робинзона Круза, когда он наводил палку Робинзон Круза на попугая, нажимал какой-то крючочек, раздавался молния, грохот, и птица падала замертво, было равносильно чуду. А это всего лишь ружье. Ну, как и телефон с средневекового человека. Покажи, да. То есть мы 500 лет назад думали, что мы живем на тазике. Некоторые сейчас 200 лет назад мы... Это большое количество людей думают, что мы сейчас... Да, 200 лет назад мы думали, что никогда не подняться в воздух, только если падая со скалы. Сейчас человечество уже там летает вокруг Земли и даже до других планет пытается добраться. Через какое-то время наше представление о наших собственных возможностях будут казаться пещерными. Скажи, вот какие есть методы развить себе вот это чувство интуиции, чувство, что ты можешь что-то избежать или что-то получить? Это же не только избежание опасности, это в том числе купить лотерейный билетик или устроиться на хорошую работу. Ты вовремя оказался или познакомился с нужными людьми, потому что интуиция не только сесть не на тот рейс, не ходить на какую-то вечеринку, где можно схлопотать по лицу, или пойти, где познакомишься с человеком, который тебя устроит на работу. Значит, первый секрет. Как только ты думаешь развить себе интуицию с меркантильной точки зрения, с меркантильным применением, ничего не получится. Это точно так же, как, знаете, купить металлоискатель, пойти в поле только для того, чтобы обогатиться и найти клад. Нужно понять, что вас должен заинтересовать процесс исследования собственных способностей. Это единственный путь, по которому есть шанс подобраться к интуиции. Если вам интересно вообще, что вы из себя представляете сами, только тогда появляется призрачный шанс научиться распознавать показания своих приборов. Ну, какие-нибудь конкретные. Вот сейчас рассказываю, это все конкретно. В твоем вопросе уже практически был ответ. Как развить чувства? Если вы от рождения твердолобый крестьянин, то единственное чувство, которое вы можете в себе развить, это вовремя сажать картошку или нет.
Если вы потенциальный водитель такси, то единственное чувство, которое вы в себе разовьете, это как объехать дорогу, где много гвоздей. Плюс... Во всем виноват у таксиста. Да. Значит, я утверждаю, что огромному количеству людей никакая интуиция не светит, а всего лишь навыки распознавания неопасного для себя существования. И это нормально. Точно так же, как художники, музыканты, деятели искусств должны быть изначально талантливы, точно так же есть предрасположенность. Это разница в развитии нашего головы, тела и вообще судьбы. И если человеку интересен он сам, если интересны взаимосвязи собственных мыслей, решений, состояний с тем, как у тебя складывается судьба, то шансы как раз добраться уже до применимых методов гораздо больше. Поэтому для начала нужно понять, надо вам это или нет. Это ты говоришь, что любому человеку надо. Вот сейчас мы выйдем на улицу, опросим 100 людей, просто вот первых попавшихся, и 98 скажут так, что слушайте, отстаньте, мне так все в порядке, не мешайте, мне некогда. Им действительно некогда. Значит, интуиция начинается с того, что у вас есть на это время. Потому что пока вы бежите, вы можете только посмотреть на карту, правильно ли вы бежите или нет. И только тот, кто задумывается, а вообще, а куда бежит он, а бежит, надо ли бежать, а в ту ли сторону, вот только тогда появляется место для интуиции. А надо ли идти с толпой на митинг, да, не надо? Да. И потом, смотри, если человек хотя бы чуть-чуть задумывается о том, что надо бежать иногда в противоположную сторону от того, куда бегут все. Это как фильм «Охота», помнишь? Да, который вышел 2 года назад. Все побежали в одну сторону с ящиками за оружием, а девушка пошла за грибами. А девушка за грибами. В противоположную сторону. Да. И выжила. Да. И опять же, в фильмах иногда пытаются сказать то, о чем люди догадываются. Есть очень классные фильмы, конечно. Да, как и все, и книги хорошие, и люди есть интересные. А вот методики развития интуиции, они начинаются с того момента, когда человек умеет останавливаться. Вот смотрите, чтобы на бегу посмотреть на компас. Для этого нужен и компас специальный, который на специальной подвеске, называется на кардане. Это вот компас, это, наверное, чувство. Да. Да, это те ощущения, которые у вас возникают в любой момент времени. И вообще сверяться с собственными... Ключевые события, стыки. Да, туда пойти. Есть ровные, и какие-то стыки. Причем, смотрите, если вы смотрите только на компас, вы обязательно сломаете ноги, упав в люк. Или разобьете нос об стол. Если вы смотрите только по сторонам, то компас начнет показывать цены на дрова в городе Урюпинске. Значит, а вот умение переключать режим жизни, это когда вы выпали, задумались, а потом дальше подхватили и поехали. Вполне возможно, сверяя свои ощущения с тем, пытаясь применить их в каждом конкретном, нету общих рецептов. Потому что каждый человек разный. Потому что у одного зачесалось в коленке, а у другого засосало под ложечкой. Почему? Есть что-то общее? Мы же устроены из одинакового мяса, костей. Да. И вот умение быть разными – это общее. Это метод, вот как ты учишься ходить, учишься бегать. Да. То же самое, есть общий метод развития интуиции. Правильно. И вот умение быть не всегда самим собой, а выпадать из состояния собственной ошалелости, это первый шаг это первый шаг к интуиции. Технически для каждого подбирается отдельно, потому что люди очень-очень разные. Первое – это научиться, наверное, выключать мысли, как говорил Клавдия Семенова, и говорит. И это первый шаг. Да, легко сказать. Отключить внутренний диалог – это очень тяжелая работа. Значит, легко сказать, но сделать можно. И для этого у нас на занятиях это начальный уровень. Начальный уровень – это умение останавливаться. Ладно, мы с вами прощаемся, да? До новых встреч, было интересно. Спасибо Денису. Я, кстати, не знал, о чем Дима будет меня спрашивать. Удачи. Пока.